Сегодня весь тюркский мир празднует Наурус Мейрамы, праздник весеннего обновления и весеннего равноденствия. В многих странах мира с самого утра проходят народные гуляния. В нашей стране весенний праздник встречают с особым размахом. В Астане самое масштабное торжество развернулось на территории выставки «Экспо». Там раскинулся большой этноаул. Гости праздника могут попробовать блюда национальной кухни, посетить музеи, юрты и помериться силой в спортивных состязаниях. В центре событий работает мой коллега Марк Брюшко. Марк, добрый день, с праздником. Вам слово. Большое спасибо, Динара. Поздравляю всех с праздником. У нас здесь, на территории выставки «Экспо», очень весело. Но самым посещаемым и самым интересным для жителей и гостей Астаны объектом по-настоящему стал выставочный комплекс, состоящий из 4 юрт. Каждая из них посвящена определенной исторической теме. К примеру, первая юрта основная. Там расположились точные научные копии древнетюркских стел с древнетюркскими письменами. Этот объект культуры был найден учеными в 60 или 70 километрах от Улан-Батора. Оригинал находится в Монголии. А во второй юрте можно увидеть историю развития казахских национальных музыкальных инструментов. Представлены и древние экземпляры. А третья юрта посвящена этнографии и ювелирным изделиям, ювелирному искусству. Там можно увидеть оригинальные украшения из серебра 19 и 18 века. Ну и последняя, четвертая юрта посвящена истории казахстанских, знаменитых казахстанских ковров. Там можно увидеть ворсовые и безворсовые ковры. Многим из них по 50-60 лет. Здесь, повторюсь, очень весело. Можно увидеть большие очереди. Люди выстраиваются отведать национальных блюд, выстраиваться, чтобы принять участие во всевозможных спортивных мероприятиях. И, в принципе, праздник здесь будет продолжаться еще до 4 часов вечера, поэтому всех жителей и гостей Астаны приглашаем прийти сюда. Если вы еще не успели окунуться в праздничную атмосферу, обещаем, здесь будет очень интересно. Одевайтесь теплее. Ну и вас, Динара, мы тоже здесь ждем. Здесь очень весело и, надеемся, вам очень понравится. К этой минуте у меня все, вам слово. Спасибо, Марк. Обязательно посещу гуляние.